Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь... Пизда мне. Сити. На самом деле я не знаю... А, реально Сити был. Так, а ствол есть? Ствола нет. Под... В паласе? Нет. Вроде надо. Да. О, калаш. Сити. О-хо. Нихуя себе, я стрелять умею. У тебя звание калаш, ты зачем? Нет, у меня калаш, говорю, блять, мне нужно куда-то его выкинуть. Куда зачем? Выкинуть? Не надо выкинуть, мне у всех оружие есть. Ну, блять, мне буха нужна. Ну, это проеб денег, понимаешь? О. Ты куда, чё ты... Я видел, что ты сделал. Зачем? Дурной, блять. Я сказал, что буду играть со снайперками. Да, блядь, я... Вон там стоит. По-моему, забрал? Да, только я стену нащупать не могу. О, заебись. Он по смоку, блядь! Серьезно? Он там стоял? Он через смок идет такой этот, как кролик туда не, блядь. Он уперся в меня, блядь. А муху кому надо? Блядь, сука. А можешь покинуть лапу? Спасибо. Нихуя себе! Я РПП заработал, нахуй! Красное карамельное яблоко, да. Если вот его смотреть, он слегка потертый, но... Он прямо с завода тоже. Это потому, что его поносил кто-то и продал. Чё ж, понос? Блять! Нет! Я в смысле... Ну ты понял, ёбаный рот! Кому я объясняю это? Эй, нахуй, чё произошло? Чё? Чё? Где я, блядь? В смысле? Больно? Игру отдай, блядь, ёбаный рот. Где, как я это сделал, нахуй? Я отменить даже не могу ничего, сука. Блядь. Так, если я сейчас верну игру, у меня это что-то изменится? Давай я отменю просто поиск. А ты можешь отменить? Я могу выйти из лобби и поиск снимать. А, давай. Игру нашел, я могу. Серьезно? Примешь игру? Серьезно? Нет. Просто у меня игра зависла. Я пока говорил серьезно, я достал сосиску сесть, у меня сосиска выпала. И ты спрашиваешь, серьезно? Я такой, блядь, что за хуйня? Что, блядь? Какого хуя? Держу сосиску в тесте, блядь. Сосиска падает между мной, блядь. Блядь, Димак. Тесто в руках. Стой. Я, кстати, вспомнил, у меня надо отжимание было лучше сделать для начала, но я так устал, что я сперва посрал, потом полежал, а потом сразу в КС-ку зашел. Не, ну пресс покачал, так что... Нет, а пресс не покачал, я, блядь, я его утром качал, пресс, а отжимание... Ты не понял, ты уже покачал в туалете. А? Блядь, в смысле, как пресс качать в туалете? Вот сейчас поподробнее. Ну, ты уже все понимаешь, ты живот напрягаешь. Блять, даже прикол в интернете есть такой. Блять, что нахуй? Ну типа выдавливаешь или ты... А то есть ты там кишки такими темпами свои не высрешь? Не, там ты просто живот напрягаешь и все. Блять. Ну типа он может и проработается, но неправильно. Это пизде крови. Зашел на пару подходов чисто. Пацаны, я пресс сейчас покачаю. Как сказать, что ты пойдешь в туалет, типа не говорят, что ты пойдешь в туалет? Пацаны, ща покачаю пресс. Приду. По большому пресс покачаю. Банан АВП.
чисто, чисто. Иди нахуй. Лучше бы я тупо ничего не слушал, был. Бля. С 1 апреля, ёпта. Понимаю. У тебя справа, 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 справа. Вот тут слева. С кого справа, с кого слева? Там что ли? Тут слева. Ёбаный рот. Смотри, прямо я сказал справа, и ты повернулся, развернулся. Сейчас, блядь. Перекрывай, сиди тут. Зови спойнт. Ты справишь, сейчас... А. Ти. Я не понял. Не надо. Надо? Не надо его пить. Я нахуй, я хочу. У меня есть тайминги, сука. Бля, мы проебали. Минус 7. Блять. Зачем? Просто. Я не могу не рашить, я должен научиться рашить. Я должен научиться выиграть, а не рашить. Блять. Тупо играть на победу или играть на проигрыш? Просто если нет противников, нету проблем. У тебя есть противник, бля. Ну я должен сделать так, чтобы их не было. В этом и фишка. Давай, давай, тащи. Машина. Блядь. Вот, блядь, ну... Как он попадает, блядь? Ты чё бомбишь так, ёбаный рот? Это всего лишь игра. А когда, то есть такая хуйня происходит, я должен так спокойно трогать. Ну, достойно меня убил там. Хорошо пострелял меня. Да. У меня вот весь, всё Сити стрелял по мне. Спрейл не попал ни разу. И тут такой, на вантап лови голову. Заслужил. Это же круто. Охуенно. Блядь. У нас до хуя с тебя пошло. Синий бокс. Не умирай, не умирай, не умирай. Я в тебя гранату кинул. Просто. Знаешь, почему я кинул? Вот причину только услышь. Я думал, тебе пизда, и я в противника уже кидаю. Но ты убиваешь его в последний момент. Ты меня решаешь 19 пояснить. Я видел. Я стрелял с почти 4, и не хватило. Чисто я такой гранату держи, брат. И доброго времени суток, товарищи. Огромное спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Так вы поддержите мой канал и мое развитие. И мне будет что делать. С вами был товарищ Prime и Counter-Strike Global Offensive. До скорой встречи. Пока.